Финиш в Анапе. 150 спортсменов из 24 национальных команд велогонщиков отправились из Краснодара. Около 200 километров они преодолели за 4 с небольшим часа. Правда, до финиша добрались не все. Часть спортсменов сошла с дистанции еще на трассе. Первое и второе места в заезде завоевали спортсмены из команды «Русвело». Бронза в зачет команды «Колс». Победа значима, потому что это первая гонка. Вот, и победитель гонки будет вписан в летопись. И мы уверены, что эта гонка будет традиционной из года в год. Поэтому очень важно. И для, конечно, для России важна победа российского гонщика сегодня, потому что за первое место начисляют самое большое количество очков. Изменилась дорога, меньше ям стало и гладкий асфальт. Ну, хорошо все было. Что было самое сложное? Сложное – это ветер был. Сегодня группа разрывалась. Это однодневная велогонка, как генеральная репетиция перед более сложным и долгим заездом. В погоне за очками в олимпийский рейтинг велосипедисты в течение 5 дней преодолеют расстояние в 600 километров. Дистанция соединит Анапу, Краснодар, Геленджик, Новороссийск, поселок Небук и Туапсе.